вами Владимир Томшин. Рад вас поприветствовать сегодня в этом замечательном зале, в этот прекрасный вечер с такими прекрасными людьми. Давай я представлю три своих композиции, первая из которых называется «По полю вольному». Не начал, только сердце бьется. Даже у стены непробиваемое свое отчаяние. Если есть на их ударах смысл и обещание. Кто-то захотел уйти в себя, скрывая вены. Каждый из них есть чуть-чуть тебя, вот суть измены. Встречу ветрам, разбегаясь, помни, что жизнь дана. Одна и оторвавшись от земли, скажи там, как тебе она нужна. Забитый в доску гвоздь знает жизни смысл. Для него что делать, не вопрос, и сумма чисел. Вероятность логики проста, ты либо в деле, либо ты, не спрыгая с моста, кричишь «Взлетели!». Развитое чувство приземленности пугает. Оно дает право жизнь пройти, но не летает. Вяжет крылья угрожающе речами. На вопросы пожимает искренне плечами. По полю вольному, навстречу ветрам, разбегаясь, помни, что жизнь дана. Одна и оторвавшись от земли, скажи там, как тебе она нужна. По полю вольному, навстречу ветрам, разбегаясь, помни, что жизнь.